Вас приветствует информационная служба Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут мы вам расскажем. Карагандинские медики и служба экстренного реагирования обучались совместно оказывать первую помощь пострадавшим, которые оказались в зоне массовых инцидентов. Об этом сюжет Сергея Высокосова. Караганда подписала меморандум о конвенции ЮНИСЕФ. Пополнение по-карагандински. Семья, в которой родилась тройня, осталась без внимания местных властей. В шахтерской столице выступила известная исполнительница казахских народных песен Баян Нурмашева. Пополнение по-карагандински. В шахтерской столице снова родилась тройня. Однако семья, где тройное счастье, осталась без внимания местных властей. Почему? Разбиралась Мирамгуль Салкимбаева. Рушка, на камеру сняться. А рука? Вот я кормила как раз только. Кормим смесью. Грудью я не кормлю, у меня нет молока. Тройняшек семья назвала Аружан, Адилия и Аяулым. От стрессов и переживаний Алтынай Укенова родила их недоношенными. В советские времена семьям, где рождалась тройня, сразу выделяли трехкомнатную квартиру. Однако карагандинцы, у которых тройное счастье, уже больше 2 месяцев не могут дождаться внимания местных властей. Ну, по крайней мере, никто не позвонил, не сказали, не поздравили даже с рождением тройни. Я думаю, что тройня не каждый день рождается и не каждый год. Счастливый отец 3 новорожденных, Абзал, работает вахтовым методом. Ежемесячная заработная плата – 80 тысяч тенге. А этого хватает только на памперсы и питание тройняшек. К тому же тройняшки нуждаются в лечении. Мы получаем платный электрофорез. Они приходят домой вот приглашать массаж. А поликлинику возить одна я не могу. Папа у нас 15 дней на работе, 15 дней дома. Когда мы дома, мы стараемся вот съездить там, вот, там рост, вес завесить. А это так... Строение все равно тяжело. Даже гулять, например, кого-то приглашать приходится, чтобы погулять там, однако не видишь. Чтобы везти 2 раза в неделю малышей в больницу, молодому отцу пришлось оформить машину в кредит. Вот пришлось мне машину оформить в кредит, чтобы детей возить уже на своей машине, куда положено. С вопросом жилья Абзал и его супруга Алтынай неоднократно обращались в городскую администрацию. Там же, чтобы получить квадратные метры, им посоветовали встать на очередь. Последняя надежда семьи – Нуротан. Написал заявление на улучшение жилищных условий для, ну, чтобы детей в более комфортабельных условиях. Потому что у меня как квартиры такого нету. На сегодняшний день молодая чета живет в квартире, которая досталась Абзалу и его 2 братьям по наследству. Здесь ютиться большой семье с грудничками непросто. Справляться с 3 малышками Алтынай помогает ее мама. На данный момент для семьи роднее ее никого нет. Бывает так, что они плачут одновременно. Бывает, один спит, а 2 плачут. Вот тогда с ними справиться очень тяжело. Они же маленькие, не могут сказать, где у них болит. Тут с одним, бывает, не справляешься, а когда сразу 3. Теперь семья надеется, что вопрос жилья помогут решить партийцы. Мирамгуль Салкимбаева, Тулеген Рашид, Марат Культенов, Первый Карагандинский. По 3-му маршруту запустили новые автобусы и выровняли в интервал движения. Теперь карагандинцам не придется долго ждать тройку на остановках. Все потому, что с сегодняшнего дня маршрут обслуживает новый перевозчик. Все подробности далее. На 3-м маршруте теперь не только новые автобусы, но и другой перевозчик. Правда, временный. Прежний ТО «Троллейбусный парк» со своими обязательствами не справлялся. Автобусы были старые и грязные, интервал движения большой. Отдел ЖКХ не раз направлял в адрес перевозчика уведомления, чтобы тот исправил недостатки. Однако все требования были проигнорированы. В связи было принято за неисполнение расторгать на одностороннем порядке договор вышеназванным маршрутом. Согласно закону, если заказчик расторгает договор, назначает до проведения конкурсных процедур, назначает нового перевозчика, у которого наилучшие показатели. Нами был назначен ТО-экспресс. Перевозчик ТОО «Экспресс» обслуживает также 29-й и 3 дачных маршрута. Подвижной состав автопарка постоянно пополняется. По 3-му маршруту будут курсировать 13 новеньких автобусов интервалом 5 минут. Автобусы в основном все новые, «Шевролет» марки, 13 графиков. Постараемся выполнять все взятые на себя обязательства. В дальнейшем планируем дальше работать и развивать этот маршрут.
Маршрут номер 3 с сообщением «Юго-Восток» город обслуживает многие социальные объекты. Пассажиропоток здесь всегда большой. К слову, горожане уже оценили произошедшие изменения. Я постоянный пассажир, живу на Муканово, ездил на тройке. Автобусы сейчас более чистые, современные, хорошие, новые, обслуга хорошая. Раньше были такие разбитые автобусы, подолгу приходилось ждать. И в автобусах грязь, и все. Сейчас зайдешь, прям приятно зайти в автобус. Ирина Камышова, Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натиже» представляет новый продукт «Ацидофилин». Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют «Ацидофилин» страховкой от рака желудка. «Натиже» – с заботой о вашем здоровье. Караганда – отныне город, дружественный к ребенку. Накануне был подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом по охране прав детей и акиматом города Караганды. В соответствии с принципами договора, теперь местное управление шахтерской столицы будет строиться, учитывая интересы ребенка во всех сферах городской жизни. Проект по созданию городов, дружественных к ребенку, стартовал в Казахстане по инициативе ЮНИСЕФ еще в 1996 году. К нему присоединились уже 17 городов республики. Накануне этот список пополнился Карагандой и Нуримским районом. Проект призван помочь любому городу стать более доброжелательным к детям во всех аспектах управления, экологии и услуг. Накануне прошел 4-й форум, в работе которого приняли участие представители городов, присоединившихся к реализации международной инициативы, Комитета по охране прав детей, Детского фонда ЮНИСЕФ Франции, Японии и Хорватии, неправительственные организации, а также лидеры детских и юношеских организаций. Участники обменялись опытом работы по вопросам реализации проекта в Казахстане и за рубежом. Цель данного форума сегодняшняя – это обмен опытом с международным и городами, которые реализуют данные проекты, что делается в рамках данного проекта, какие новшества введены, что именно сделано для детей лучше, взаимодействие всех частных государственных структур во вложение во благо детей, будущего детей. Карагандинцев приглашают на мини-ярмарку, которая состоится 18 мая по адресу микрорайон Восток-1-2 на территории коммунального рынка Гасыр. На ярмарке будет реализовываться молочная и овощная продукция, а также мясо птицы по ценам на 10-15% ниже рыночных. В Карагандинском областном медицинском центре прошел международный семинар «Медицинская помощь при массовых инцидентах». На примере учебного развертывания медицинского лагеря на базе войск НАТО было продемонстрировано, как можно объединить усилия всех структур быстрого реагирования по оказанию первой медицинской помощи. Настоящего ввода войск НАТО в Карагандинскую область не понадобилось. Собравшимся представителям заинтересованных структур показали и прокомментировали видеофильм о проведении учений по спасению пострадавших во время массовых беспорядков. Основной упор делался на организацию медицинской помощи при массовых инцидентах и катастрофах. Это даже намного шире, чем медицина катастроф. На подобных учениях оценивается все досконально. Вмешивался ли человеческий фактор, была ли нарушена тактика лечения и многое-многое другое. Начали поступать больные и, соответственно, проводить лечение. Оценка курса проводилась по оценке инструкторов, которые контролировали каждое звено. У нас тоже проводятся учения, но каждая структура – ЧС, ДВД, медицина, войска – отрабатывают приемы помощи населению внутри своих ведомств. Как они могут работать сообща, как и кто будет координировать совместные действия – такая общая задача не отрабатывалась на практике. Основная задача – поделиться опытом с инструкторами и смежными службами, что подходит для Казахстана. Основная идея этой программы – объединить опыт зарубежных стран по оказанию первой помощи при массовых инцидентах. Необходимо оказание такой помощи объединить в одну систему. Недаром одним из организаторов международного семинара стал Центр медицинских технологий и информационных систем Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан. Необходимость вовремя оказать медицинскую помощь, правильно провести сортировку пострадавших,
взаимодействие между различными службами быстрого реагирования – это, конечно, очень важный аспект для того, чтобы был благополучный исход у большинства пострадавших. Сергей Високосов, Олжас Габбасов, Марат Кулькенов, Первый Карагандинский. За 3 дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» было выявлено и привлечено к административной ответственности более 650 иностранцев и граждан Республики Казахстан. Документы можно ваши? Как сообщает пресс-служба ДВД, сотрудниками ОВД области за невыполнение решения о выдворении были задержаны 2 иностранца, в отношении которых возбуждены уголовные дела. За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечены 23 работодателя. За 3 дня проведения ОПМ сотрудниками ОВД области 13 иностранцев выдворены за пределы Республики Казахстан. Кроме того, были задержаны 10 уголовных преступников, находящихся в розыске. Напомним, ОПМ «Нелегал» проводится на территории области с 13 по 18 мая. Его цель – противодействие незаконной миграции граждан третьих стран и торговле людьми. Разыскано и установлено, задержано 10 уголовных преступников. Также работа в данном направлении продолжается. Женщина – опора семьи и опора государства. Под таким названием в шахтерской столице стартовала акция, в работе которой приняли участие администрация города и представители общественных объединений. Данное мероприятие продолжится до 23 мая. В ходе акции населению раздавали памятки, буклеты, информационные материалы. Здесь у карагандинцев была возможность ознакомиться с предупреждениями и пресечениями насилия в семьях. По словам представителей общественного объединения «Мир добра», в центр ежедневно обращаются женщины, которые оказались жертвами жестокого бытового насилия. Сотрудники объединения призывают жителей быть добрыми и искренними. В рамках государственного социального заказа наша общественная организация выиграла лот «Сложная жизненная ситуация. Обеспечение центра социально-психологической адаптации». На сегодняшний момент начал работать кризисный центр по принципу кризисных квартир. Значит, телефон 41-43-46. В работу акции внесли весомый вклад и правоохранительные органы, которые рассказали о роли женщины в обществе. К слову, в Управлении внутренних дел города за текущий год на учет были поставлены 88 человек, в отношении которых судом было установлено особые требования к поведению. 1375 человек, в отношении которых вынесены защитные предписания. Из них 68 нарушителей привлечены к административной ответственности уже за нарушение этих защитных предписаний. К административной ответственности за побои привлечено 17 правонарушителей. Люди, ставшие жертвами насилия, могут обратиться за консультацией, которая оказывается бесплатно. Также в городе уже начал свою работу центр помощи. Мирамгуль Салкимбаева, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Баян Нурмашева, известная исполнительница казахских народных песен, дала сольный концерт для карагандинцев. Ее чаще слушает взыскательная столичная публика, но на этот раз она стала гостьей Караганды. Баян Нурмашевой подвластны не только национальные инструменты, она отлично владеет домрой, но и гитара в ее руках оживает и вносит в исполнительское мастерство баян особые ноты размышления о судьбе, о любви, о жизни. Казахские мелодии пронзительны по своим ощущениям. Они как бескрайняя степь, то льются звонким ручьем, то гремят копытами табуна лошадей, то шелестят, как высокая трава под ветром. Все это передает зрителям баян Нурмашева. Руководство университета «Болашак» организовало мое сольное выступление, и я с удовольствием согласилась. Я постараюсь создать теплую атмосферу, и мы со зрителями проведем немало приятных минут, воспринимая народные песни. Я думаю, мы найдем с аудиторией общий язык. Общий язык был найден сразу. Сильный голос, душа песни вливались в сознание зрителей и буквально заставляли воочию видеть то, о чем поет певица. Народная песня – это исток национального самосознания. Это не просто историческая связь с предками. Это то душевное состояние, когда ты ощущаешь себя единым целым с народом. Сергей Високосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет Берик Апаров. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль».
Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». В 7-м корпусе Караганинского государственного университета прошел турнир по казахша-курес среди юниоров 96-го и 98-го годов рождения памяти Акаделя Кайрулы. В первенстве принимали участие 66 спортсменов из Топара, Жанарки, Абая, Осакаровки и других районов области. В соревнованиях были разыграны 7 комплектов медалей во всех весовых категориях. Чингиз Шаратов 97-го года рождения стал лучшим в легчайшей весовой категории 46 килограммов. А в весовой категории 72 килограмма победителем стал Айдын Шахим 96-го года рождения. В субботу, 18 мая, в 17:30 на стадионе «Шахтер» двукратный чемпион страны и обладатель Суперкубка Казахстана Караганинский «Шахтер» в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу принимает «Восток» из Усть-Каменогорска. Перед отчетным туром горняки расположились на 4-й строчке с активом 14 баллов и отстают от лидирующего «Актобе» на 7 очков. К слову, в составе «Шахтера» выступают два экс-игрока усть-каменогорского коллектива. Это нападающие Станислав Лунин и Сергей Хижниченко, для которых будущий матч станет принципиальным. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1 Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Аман сау болыңыздар.